Первый груз с телами погибших в авиакатастрофе над Восточной Украиной пассажиров рейса MH17 прибудет в амстердамский аэропорт Схипхол в среду. Об этом сегодня заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В сбитом в прошлый четверг ракетой «Земля-воздух» самолете было 298 пассажиров и членов экипажа. Среди них 193 гражданина Нидерландов. Утром в среду голландский премьер обсудил с президентом Путиным по телефону ход дальнейшего расследования крушения малайзийского «Боинга». Фрешлике.